Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Роман, и вы находитесь на канале Detailing Family. У нас сегодня в гостях самая настоящая капсула времени. Это ВАЗ-2101 с пробегом всего лишь 26 560 километров, 79 года выпуска. Клиент к нам обратился с нестандартной просьбой для данного автомобиля. Вот. Оклеить его полностью в глянцевый защитный полиуретан от компании Lumar. В общем, давайте сейчас мы вкратце вам расскажем, что будем это делать, и покажем процесс, как все будет происходить. В первую очередь подготовим кузов к оклейке, разберем все хромированные элементы, фары, решетки, бампера. Все это разберем. Также на кузове имеются незначительные вмятинки. Ну, это, скорее всего, условия хранения были такие. Вот. Далее, автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие. Он ни разу не крашен. То есть, 79 года выпуска автомобиль имеет полностью заводской окрас. Для этого мы еще перед нанесением антигравийной защиты отполируем весь автомобиль, дабы придать ему больше лоска, блеска. Вот, и есть, опять же, следы хранения, небольшие царапинки. В общем, это все устраним. После чего после оклейки автомобиля на пленку мы нанесем состав, керамику, для того, чтобы придать больше блеска и усилить гидрофобные свойства пленки. Также нанесем сюда на все стекла состав антидождь. Вот, после чего автомобиль уедет к своему счастливому владельцу и будет также радовать его своим заводским состоянием. В общем, смотрите дальше, друзья, будет дальше интересней. Друзья, у нас уже прошло с момента начала проекта примерно месяца полтора, и за эти полтора месяца очень много с этим автомобилем изменилось. Как вы видите, он уже практически весь в разорванном состоянии, и все причина того, то, что у нас планы немного, опять же, повторюсь, изменились. После того, как мы его разобрали под целиковую оклейку автомобиль, у нас возникли кое-какие проблемы, то, что были моменты по лакокрасочному покрытию, которые, ну, нам не позволяли качественно клеить автомобиль. Поэтому было принято решение, согласованием, конечно же, владельца, полностью заново качественно окрасить весь автомобиль. Вот, поэтому посмотрите, сейчас он в идеальнейшем просто состоянии, кузов у него. Вот, что у нас дальше по плану? Сейчас у нас идет процесс шумоизоляции, но шумоизоляцию мы делаем частично, чтобы никак не навредить эстетике автомобиля, ну и максимально как-то постараться, чтобы в салоне было потише. Нам в этом, кстати, помогает компания BASMAGAZ, мы с ребятами очень долго сотрудничаем, поэтому сейчас пойдем покажем немного процесса, что там ребята делают. У нас вообще, мы будем что здесь делать? Шумоизоляцию арок, дверей, двери уже, кстати, сделаны, крыши и пола. Ну, пол багажника мы не будем делать. Почему? Потому что, чтобы не навредить эстетике, как бы автомобиль все равно будет в заводском
исполнении выглядеть, поэтому не хотелось бы, чтобы на эстетику это как-то повлияло. В общем, что дальше у нас? После чего, как ребята закончат шумоизоляцию, мы отправляем на полный антикор автомобиль, обработаем антикором, и после чего, наконец-таки, мы приступим к оклейке всего кузова. Сейчас Вова нам немного расскажет, что у нас, как вообще процесс движется по дверям момент, то, что там владелец просил сильно двери не нагружать, чтобы не просели петли. Вот, и пожалуйста. Спасибо. Спасибо за микрофон. Сделали двери. Вместо... Обычно используем тройку на двери, чтобы был более заметен эффект. Что материал там используем? На двери использовали двоечку Gold 2.3 от компании STP. Вторым слоем нанесли акцент премиум 10. Дальше заклеим технические отверстия. И также по полу. По полу мы делаем уже тройкой. Devil's Gold материал от компании STP. Вторым слоем барьер 4КС. И будет поклеен noise блок. То есть будет темненький пол, красиво будет на оранжевом фоне смотреться. Ну да, здесь уже вот часть как бы сделана. Вот из такого, да, материала она будет. Вот. Да. Это третий так. Слой идет. Его не стал Егор пока проклеивать полностью, чтобы сделать потолок, чтобы не испачкать салон автомобиля. Сейчас делают на данный момент потолок, проклеивает также тройка Devil's Gold. Следующим моментом будет проклеивать B-Plus Premium 15. В принципе, премиально звукоизоляция будет. Вот здесь уже вот. Ну а тут прям, опять же два слоя. Да, здесь круто. И сегодня, скорее всего, к ночи уже сделаем арки. Кстати, да, вот момент по аркам. Расскажи арки, как мы будем делать? Мы нанесем местами виброизоляцию, да, тройку, сверху. А поверху noise ликвидатор промажем. Это и вибро? Вибродемпфирующая мастика. Мастика, да. Тоже она несет и как бы... Антикоррозийные свойства и шумоподавляющие. Да, и шумоподавляющие. Come have a good time, I'll drop it low. No need for rush now, come and take it slow. You can lead now, come and show the way. We better jump up, party till late. Me see a jump up, and inna the ear. Another jump up, we no have a care. Let go the day, come step inna the night. While I wine go till the morning light. La 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 la, moving right. Da 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 da, we so tight. La 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 la, feel the fire. Drop it till it gets slow. Друзья, как вы видите, мы поменяли уже локацию, и мы приступили уже к самой сложной и ответственной части работ по этому автомобилю. Сейчас он в процессе оклейки. Оклеиваем, я повторюсь, уже как ранее говорил, полиуретановую антигравийную защиту. Оклеим полностью весь кузов пленкой Люмар. И сейчас Николай, оклейщик со стажем, с опытом, поделится с вами как бы немного своим опытом и трудностями вообще работы с данным автомобилем, потому что автомобиль совершенно нелегкие в оклейке, может быть, там кажется, на первый взгляд, что там двери легкие, да, ничего сложного, но, допустим, здесь с крыльями очень сложно, нужно повозиться, как бы очень сложно, и также форма крыши не из легких, поэтому передаю слово Николаю, сейчас он вам все расскажет. Друзья, привет, как сказал Роман, действительно, автомобиль вообще ни разу не легкий в оклейке. Еще чем осложняется оклейка автомобиля, тем, что он свежекрашенный, и есть большой риск подрыва лакокрасочного покрытия. Очень сильно, конечно, нам крови попили крылья, передние и задние. Вот. Так-то в целом все хорошо, вот. Но помучились мы с крыльями. Но мы, ребята, опытные, справимся, сделаем. И еще больше опыта мы набрали. Да, опыта это дает очень много на самом деле. Вот. Так что следите, смотрите, да, и болейте за нас. Скоро у нас уже идет все к завершению, поэтому осталось совсем немного. Доклейте автомобиль. Собрать его полностью. Также что еще мы сделаем? Нанесем керамику потом на пленку, дабы усилить гидрофобные свойства. Вот. И сделаем еще такую небольшую уже химчистку после себя. Соберем обшивки дверей и также нанесем состав антидождь на стекла. Поэтому следите, друзья, как сказал Николай. Дальше будет уже интереснее, увидите конечный результат. La 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 la, moving right. Da 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 da, we so tight. La 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 la, feel the fire. Drop it till it gets low. Drop, 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 drop to the beat. 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 Drop it down low. We'll be right back.
Друзья, осталось совсем немного, и мы закончим наш суперпроект. Это ВАЗ-2101, который мы оклеиваем в пленку Люмар, как ранее уже говорил. В процессе автомобиля уже в процессе сборки. Как вы видите, уже установили стекла, молдинги, ручки. Сейчас осталось собрать заднюю часть, установить бампер. И, в общем, осталось совсем немного, и вы видите уже завершенный проект. Поэтому дальше будет интереснее. Окончательный результат будет очень крутой. Друзья, ну, как вы можете видеть, за мной уже стоит готовый автомобиль. На 100% уже собранный, оклеенный. Осталось совсем немного, пару завершающих штрихов. Сейчас мы готовим автомобиль к нанесению керамики. Нанесем на пленку еще керамику, дабы усилить блеск, придать гидрофобные свойства, чтобы было больше защиты у автомобиля. И также сейчас мы еще будем наносить на стекла автомобиля состав антидождь. Ну что, подошел к концу наш проект, который мы вели там чуть больше 2 месяцев. Позади меня уже завершенный проект. Эмоции на самом деле переполняют, что нам довелось работать с такими автомобилями, потому что таких уже автомобилей не производят уже время. Вот до нас даже еще и, как говорится, не было в проекте, когда эти автомобили выпускали, потому что 79-й год, а мы сами все там 95-го. И там от 90-го, скажем так, кто здесь работает. Поэтому никому не довелось видеть такие автомобили новыми, когда их выпускали, когда люди на них ездили. Вот, и вот нам выпал такой шанс поработать, прикоснуться к старому, так сказать, к тому еще времени, когда все жили дружно, было качество, было все круто, прекрасно. Вот, в общем, давайте вам сейчас расскажем тогда о всех проделанных работах, которые мы выполняем с этим автомобилем. Изначально автомобиль к нам приехал в заводском лакокрасочном покрытии, вот, и мы должны были просто его оклеить в антигравийную защиту. Вот, ну, возникли трудности, такие как уже возрастные были небольшие очаги коррозии, не было там дыр, ничего такого, но были очаги, которые вот, ну, категорически вообще нельзя было клеить на лакокрасочное покрытие этого автомобиля. Потому что никакого не было бы ни качества, пленка везде отвалилась бы, и, ну, смысла вообще никакого не было. Поэтому было принято решение с владельцем, то, что мы его освежим. Сначала мы планировали освежить только по юбку, грубо говоря, не трогая капота, крыши, багажника. После того, как мы покрасили автомобиль,
Начали сравнивать уже лакокрасочное покрытие и на капоте, и на багажнике, и на крыше. И уже опять же было принято еще одно решение, то что уже будем, так сказать, освежать автомобиль полностью. В общем, трудностей возникало немало, так как автомобиль уже был старый, все резинки порассохлись, где-то что-то, какие-то клипсы ломались, приходилось это все находить, ставить новое, потому что ну, мы никак себе не могли позволить что-то сломано обратно поставить назад. Это никакие рамки не входит. Все резиночки, опять же, мы там все вымывали, да, вычищали, то есть каждую резинку там все эти моменты ставили, чтобы максимально было круто все исполнено на этом автомобиле. Вот, после того, как мы его окрасили, мы отвезли автомобиль в антикоррозийную обработку. Обработали все днище, все арки обязательно, там внутренние какие-то скрытые полости автомобиля также были обработаны антикоррозийным средством, защитой. Вот, после чего мы еще сделали здесь шумоизоляцию, можно даже показать. Вот, шумоизоляцию максимально сделали, ну, чтобы было более или менее как бы комфортно здесь. Сделали шумоизоляцию дверей, крыши, пола, все обратно четко, все аккуратно встало. Перед нанесением антигравийной защиты мы обязательно отполировали еще весь кузов, то есть всякие там моменты докорректировали, после чего оклеили. Немало трудностей у нас возникало при оклейке, так как автомобиль имеет сложный элемент, это передние крылья, задние крылья, они довольно-таки не из легких, потому что там здесь даже можно посмотреть. Здесь очень сложный угол, поэтому приходилось натягивать пленку. Вот, благо мы тут оклеивали автомобиль в самую дорогую, самую крутую пленку. Это от компании Lumar, многие из вас это знают. Вот, как бы это немного наши трудности, ну, облегчило. Вот, оклеили мы весь автомобиль, кузов целиком. Эта пленка имеет очень красивую шагрень. Имеет эффект самовосстановления. Понятное дело, что от гвоздя она не спасет, если вам продрали пленку. Вот. Ну, допустим, там от паутинки, там от тряпок, от трения, чего-то эта пленка отлично спасает, отлично работает. Вот. Там нагрели феном, либо полили кипятком, либо опять же она поставила на солнце, летом погрелась. Все, эффект самовосстановления сработал. И автомобиль в таком же безупречном, прекрасном состоянии у вас будет еще находиться очень-очень долго, учитывая то, что этот автомобиль будет не каждый день эксплуатировать, то пленка проходит ну, лет 15 это точно, потому что сам производитель пленки Lumar заявляет гарантию на продукт, там, по-моему, если не ошибаюсь, от 5 и выше лет. То есть это самое крутое. Много было споров по поводу этого проекта, вот зачем столько денег вкладывать, это же копейка, там столько денег отдавать. Друзья, ну тут можно, тут люди делятся на два лагеря. То есть, как по моему мнению, конечно же, стоило, никаких денег это не может стоить, чтобы сохранить автомобиль вот в таком вот прекрасном состоянии, чтобы можно было прикоснуться к истории. Опять же, управляя им, ты кунаешься в атмосферу всех тех годов, больше этих эмоций ты нигде не сможешь получить, только за рулем этого автомобиля. Друзья, в конце хочу поблагодарить людей, всех тех людей, которые участвовали в этом проекте, помогали его строить, делать, восстанавливать, реставрировать, как это можно уже по-другому, по-разному трактовать. Вот. Отдельную благодарность владельцу за то, что он приобрел себе такой автомобиль, вложил немало сил, средств в этот автомобиль, чтобы поддерживать его поддержать его в таком прекрасном состоянии. Вот. А мы, в свою очередь, сделали все максимально от себя, от души и качественно. Также, друзья, если вы также хотите восстановить такой же автомобиль, ну, старый автомобиль, поддерживать в таком состоянии, можете обращаться к нам, мы с радостью вам в этом поможем. Ну а с этим проектом мы все закончили. Всем большое спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Для нас сейчас это очень важно, чтобы поддерживать активность на канале. Большое спасибо.